как включать их, как ими управлять и так далее. Как их получаешь, как их управляешь, как их хочешь, как их управляешь. Наше тело, оно в этих стихиях живет и уже привыкло, так или иначе, с ними взаимодействовать. Как только мы делаем выдох, мы усиливаем землю. Мы засиливаем землю. Если мы еще направляем туда кисть, то вас буквально будет прижимать эта земля. И дунта в то время го насочим надолу, спошно да притягивать. Попробуйте. Попробуйте, издышите и раката надолу. Под 45 вот так пустите туда, да? У вас прям тяжесть появится, усиление силы массы, прям масса будет увеличиваться. Теперь, когда вы пускаете вот вверх, вас начинает вытягивать вверх. Вдишвате и отпускате нагоре, започва нагоре да вдъхва. То есть, как только вы поворачиваете кисть, вы включаете стихии воздуха, у вас и сразу идет вдох. И раскрывается грудная клетка. Нагоре, включва се въздуха и веднага вдишват. И вдишването идва само. И когда мы сразу включаем как бы две стихии, да? Это в който включаем веднага две стихии. Я выдыхаю и при этом разворачиваю кисть. Аз издишвам и същевременно обръщам. Две стихии соединяются вот в этой точке. В этой точке соединяют две стихии. И стихия человека и уходит. Вот, допустим, рука – это стихия его огня, стихия сознания. Это новая, скажем, его рука. Ага, видите, насколько его стихия огня начинает соединяться со стихией воздуха, и потом включается стихия земли. Его весь огонь уходит в землю, да, как громоотвод. И вот он начинает... Вот она вся работа, на этом заканчивается. То есть, все это взаимодействие стихий, взаимодействие двух, четырех составляющих, это духовное, ментальное, социальное, физическое, да? Четыре стихии, воздух, огонь, вода, земля, да? Четыре элемента, четыре стихии, воздух, огонь, вода и земля. Поэтому, когда мы начинаем с этим работать, когда мы работаем с тех, мы управляем и стихиями, с которыми работает, ну, живет человек, да, работает. И управляем стихиями, которые живем. То есть мы знаем, что стихия огня и стихия воды контрарны. Знаем, что стихия, что вода и огонь са противоположны. Как только человек свое сознание куда-то направляет, когда ты испытываешь некое сознание, то огонь. И сознание находится в теле. И сознание то и в теле. То стихия воды у него не проявляется. Тогда не все проявляет стихия на вода в основе. То есть он жесткий, как камень. Там. То и тогда стихия, как камень. Если его сознание опережает движение. А сознание ему испреваривает движение. То его тело по-прежнему наполнено стихией воды. Тогда тело ему исполнено стихия на вода. Поэтому, если я сознание увожу, допустим, то мое тело как водичка может переливаться, а его уже все, оно вот такое. То тогда тело тому, как вода подходит.